В Уфе построят сеть АЗС без обслуживания операторов за 130 миллионов рублей. Инициатором выступит компания «Уралнефтепродукт». Проект обсудили на инвестчасе в администрации столицы. В эксплуатацию будет введено 15 заправок с отпуском топлива и зарядными станциями на 2 автомобиля. Работать станции будут без участия оператора. Первая такая АЗС уже построена на улице Пугачева и начнет работать в феврале. Сейчас готовится документация, которая необходима для запуска объекта. Остальные заправки планируют запустить в столице в течение 2 лет. На нашем пилотном проекте, который на Пугачёва находится, мы хотим попробовать все. Да, вплоть до того, что у нас есть определенные сегодня наработки по внедрению так называемого Face ID. Да, то есть клиент будет подъезжать и просто будет распознаваться по лицу, скажем так, клиент, и производиться отпуск. А средства будут уже списываться с его там, банковского счета, с банковской карты и так далее. То есть вот это мы хотим сегодня... все мировые там, тренды, какие возможно, да, то есть использовать и внедрить. Автоматические заправки смогут обслуживать порядка 250 автомобилей в сутки. По словам инвестора, цены будут ниже рыночных. Для реализации проекта необходимо 15 земельных участков, каждый из которых размером в 200 квадратных метров. 4 из них уже согласовали в главархитектуре. После того, как будут подобраны остальные участки, проект направит в правительство Башкортостана для включения в перечень приоритетных.